Мертвые не знают усталости. От них не убежать. Как видишь, владыка Архимонд, ночные эльфы нам не страшны. Плеть может. Архимонд, 10 000 лет прошло. Как такое возможно? Да, эльфийка. Легион вернулся, чтобы поглотить этот мир. И на сей раз ваш назойливый народ не сможет нам помешать. Глупцы! Вы позволили ей уйти! Найдите ее, тупицы! Найдите и убейте! День, которого мы так долго боялись, настал. Пылающий легион вернулся. Я должна перебраться через реку и предупредить сестер, пока еще не поздно. Приветствую вас, ребята, на канале Ролики Монлайн, с вами Росси. И мы должны предупредить наших сестер о том, что Пылающий Легион вернулся, и Азероту вновь угрожает опасность. Продолжаем вторую главу за эльфов. С нами наша подруга Тиранда, и мы отправляемся к нашим сестрам, или к ее сестрам. Да, ребят, кто еще не подписался на канал, обязательно подписывайтесь. Ночные эльфы не должны от нас уйти. Владыка Архимонд требует найти их. Найдете. Что, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк. Во имя Элу. Дизлайк, если вам... Да будет так. Мне нельзя попадать в глаза. И, конечно же, заходите на Патреон. Такова воля богини. Еще и замедляю. Владыка Архимонд требует, чтобы мы осквернили этот лес. Да будет так! И ловкости. Такова воля богини. Да будет так. Такова воля богини. Немедленно. Подождем, пусть пройдет. А вот так что ты сделаешь? Драться, конечно, мы с ним не будем, потому кто что у него угрожать нашим жизней во имя Элу. Дофига. И постоянно да замедляет так. Подлюка. Да будет так. Давай, беги, беги. Во и жена это на тигре. Немедленно. Такова воля богини. Беги, глупец. Такова воля богини. Я буду бежать с тобой. Нет, берись, да глупец. Так. Я буду немедленно бежать, сколько смогу. Иди дальше своей дорогой, иди. Такова воля богини. А еще один. Да будет так. Уже вы достанете. Во имя Элуны. И что? И? Что ты мне сделаешь? Немедленно. Кстати, мы эту дурочку сейчас запустим. Во имя Элуны. Мешочек Друида, интеллект героя. Богиня зовет. В принципе, до этого моста дальше уже можно будет идти. Ашето Роман. Немедленно. Ну, даже можно дальше пробежать. Такова воля богини. Ну вот и все. Вот да и, в принципе, так. Миссия пройдена, я думаю. Такова воля богини. А, тут еще альянс. Немедленно. Элуна Доры, жрица. Мы в твоем распоряжении. О. Спасибо, что вы появились. Немедленно. Потому что я бы сам мог, конечно, убить. Такова воля богини. А ну, Дора! А там кто-то остался, что? Птица моя, думаю, что там кто-то по мне катит. Разбили палатку, туда спидится ленцевый. Мерзкие людишки. Вам не уйти от гнева богини. Да будет так. Очевидно,
Люди тоже враги нежити. Но доверять им я не могу. Там морки такие, вот драки происходят. Такова воля. Похоже, эти орки охраняют что-то ценное. Хм. Это может мне пригодиться. Давай-ка постреляем пока. Энурифа! Будем добивать. Во имя Элу. Люди выигрывают. Базе союзника нужна помощь. Во имя Кинария! Правда, я слышу станет. Голос Луны. Да, люди победили. Ашето Роман. Немедленно. Так, что тут? Пауки проиграли? Да будет так. Да, еще проиграли. Энурифа! Анудора! Ого. Качнулась. Такова воля богини. Ну, что-то они все вместе меня бьют, что ли? За Калимдор! Немедленно. Такова воля богини. Да, если мне тогда было трудно справиться. Жду приказа. Убегай. Не проблема. Стреляй. Я слышу голос. Стреляй. Во имя Илуны. Приказ поняла. Живи. Пощады. Приказ выжить был тобой. Угрожать нашим лесам. Да будет так. Ну что-то я так меня подкосили так нормально. Мы все равно зачистим этот лагерь. Она там гонет, если что. Смотрите, не сразу выстреливают лоу-хпшных моих. Богиня зовет. Такова воля богини. Мантия интеллекта, ох. За Калимдор! Нужная тема. На порталы, как я понимаю, я появлюсь у них на базе сразу. Может быть, но это не точно. А, ладно, я слышу голос Луны. Поехали. Да почти будет на базе. Так. Во имя здоровья. Элуна Дора, жрица. Будь осторожна. У Стражей Ужаса есть тени, магические создания, которые видят нас, даже когда мы растворяемся в сумраке лесов. Держись от них подальше. Элун Адора, охотница. Стою на страже. Вы со мной? Ашето Роман. Погнали. Да будет так. Немедленно. Во имя Элуны. Блин, а да будет так. Я не смогу навальнуть или что? Такова воля богини. Немедленно. Погнали, погнали, погнали. Да будет так. По пути. Такова воля богини. Не хватает места. Во имя Луны. Интересно, я что, один ему не вальну? Немедленно. Мне кажется, вальну. Перчатки, скорость. Такова воля богини. Да будет так. Давайте попробуем. Во имя Луны. Глупая, глупая эльфийка. От нас не скрыться. А ты сейчас это получишь по бороде. Ты что думаешь, ты сильно смелый в себя уверовал? Кто смеет угрожать нашим лесам? Йо. А ну, дура! А это что, попросыпались? Твой ход. Ашето Роман. Возьму перчатки скорости. Во имя Кинария! Богиня зовет. Укажи мне путь. Вижу цель. Блин, ну того я фиг его знаю, смогу ли его вальнуть. Я слышу голос Луны. У нас уже меньше стало. Хотя, он для меня не представляет опасности. Прячься сколько угодно. Тебя это не спасет. А тут люди. Засада! Бежим отсюда! Собираемся на поляне! Во имя Луны. Эх, черт, я думал, смогу его развеять. Слушай, к
Кто смеет угрожать нашим лесам? Я слышу голос Луны. Да будет так. Такова воля богини. Такова воля богини. Еще одни ворота, что здесь? Ага, тут они хлопучат. Фанду дат белоре. Ишнуала, сестры. Это я, Тиранда. Иншала, машала, открывайте, все, можно заходить. Во имя Луны. Хилочка. Да будет так. Девчата, мы заслужили. Поторопись. Все, иди сюда, что ты бегаешь туда-сюда как. Я поклялась отомстить. Приказ поняла. Ну, вот такую же грядку подруг собрали, что мы можем вернуться этим демонам всем навалять, как бы, чтобы они не расслаблялись. Чтобы они поняли, что не связались с нормальными ребятами. Богиня зовет. Такова воля богини. Некогда ждать, пора крушить. Во имя Луны. Во имя Луны пора крушить, пора да страдать. Не вот тут нежить. Просто для того, чтобы дойти до этой богадельни, куда мы идем, тут надо, походу, и базы их и поразбивать. Армия плети. Давай. Раз на раз. Да будет так. Один. Немедленно. Да. Выпускайте. Вот. Нормально. Камень маны, медицинский трактат. Не зря мы сюда пришли умирать. А вот и база их. Ну тут такая грядка нормальная. Это мне обязательно через них проходить. Наверное, обязательно. Ашето Роман. Такова воля богини. Не хватает места. Короче, это да будет вообще так. Не нужно, так что возьму лучше камень маны. Кто смеет угрожать нашим лесам? Если дальше пойти. Во имя Луны. Можно, короче, да будет так. Вернуться, подлечиться немного, о, но. Брошенные баллисты. Они пригодятся нам против укрепления нежити. Да, все-таки придется ломать. Жду приказа. Ашето Роман. Во имя Луны. А такова воля есть? Богини. Может, что-то еще нам пригодится против укрепления нежити? О! Во имя Луны. Я же думаю, что не может быть такую базу ломать, и нету войск. Так. Баллисты будет отряд номер два. А вы будете отряд номер один. Богиня зовет. Ну, все, как немедленно. Раз пул отряд, даже еще одна запасная да остается. Так. Я хочу видеть, где такова мы будем воля сражаться. Богини. Я слышу голос Луны. Я слышу голос Луны. Во имя Кинария! Анудора! Кто смеет угрожать нашим лесам? Анудора! Главное поразбивать... Энурифа! Зиккураты. Во имя Луны. Богиня зовет. Все, охотница соснула. Кто смеет угрожать нашим лесам? Что ж ты сделаешь? Во имя Кинария! Такова воля богини. Я должна добраться до реки к рассвету. Днем мне не удастся пройти незамеченной. А подруга, ты уже пришла. Считай. За Калимдор! Наши воины вступили в бой. Немедленно. С кем? Да будет так. Кто-то тут настреливает. Немедленно.
Не могу понять, кто. Так, тут у нас еще лучница. Жду осталась. Приказа. Один я слышу голос Луны. Один друг. У нас еще хилка есть, там же полечимся. Во имя Луны. Богиня зовет. Энурифа. Да, это реально баллисты. Да будет так. Точнее, лёхометы. Сильная такая зараза. Здание нормально разваливает. Кто смеет угрожать нашим лесам? Не, мы пока пойдем. Такова воля богини. Со своей новой подругой. За Калимдор! Укажи мне путь. Ну, повалим. Твой ход. Послушников. Надо до утра. Опять утра уж. Ладно. Я слышу голос Луны. Время идет неумолимо. Ашето Роман. Давай, подруга, давай, достреляйте его уже. Немедленно. Анудора! 5.27. Ашето Роман. Я могу, в принципе, все базы. Кто смеет угрожать нашим лесам? И воротам. Такова воля богини. Там Анубенлору дала на там все дела. А нет, надо было все разбить. Я слышу голос Луны. Привет. Всем шалом. Тиранда, хвала Элуне, ты цела. Нашу деревню атаковали орды нежити. Они будто появились из-под земли. Ишну дал дип Шандриса. Живые мертвецы не самые страшные. Их прислали наши древние враги, демоны Пылающего Легиона. Мы можем противопоставить им только одно. Нужно разбудить друидов. Нужно разбудить друидов. Ну, будить друидов мы уже будем в следующей серии, ребят. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что вы есть, и до скорых встреч.